Пиво и другие спиртные напитки, вероятно, скоро перестанут разливать в пластиковые бутылки. Запретить это должен технический регламент на алкогольную продукцию, проект которого подготовили для всего таможенного союза, то есть России, Белоруссии и Казахстана. Это прежде всего забота о здоровье. Доказано, что спирт быстро вступает во взаимодействие с пластиком, и в напиток попадают крайне ядовитые вещества, которые вредят нервной системе, обмену веществ, разрушают печень. При всем при этом половина пива, что варят сейчас в России, разливают как раз в такую токсичную тару, сообщает Первый канал.